Офигеть! Слушай, а ты умеешь что-то вот итальянское или испанское? Вот какая-то такая испанская, штука, мне просто итальянская. нравится, этот перебор пальцами, да? Сейчас я Испанская, испанскую. по-моему. Да, испанскую сейчас на другой гитаре сыграю. Офигеть! Мне просто так нравится, когда мужики так пальцами хорошо двигаются. Понял. Фамилию потеряла. Свою одолжишь? Да зачем? А какая у тебя фамилия? Я ее потеряла, говорю, я не помню, не знаю. Мне новая нужна, вот твоя вот лично. Всем привет, меня зовут Николай, я гитарист группы The Lie 3 и играю на гитаре 21 год. И это новый выпуск с чат-рулеткой, который получился очень крутой, интересный, так что смотрим от начала и до конца. А чтобы не пропускать мои новые выпуски и стримы, то обязательно подписываемся на канал и нажимаем колокольчик. Также вы часто пишете мне в личку ВК или Инстаграм и спрашиваете, какая у меня камера или микрофон. И я решил рассказать в этом видео про все свое оборудование. Начну с микрофона. Ютубом я занимаюсь уже год и с самого начала и до сих пор я использую в качестве микрофона рекордер Zoom H1N. На сайте e-каталог мы видим, что стоит он от 8190 рублей до 10327 рублей. Преимущество этого рекордера в том, что он очень универсален в отличие от других микрофонов. На него можно записывать все, что угодно и где угодно, и при этом не обязательно его подключать к компьютеру. На ютубе во всех обзорах очень хвалят этот рекордер, и он может конкурировать с дорогими микрофонами. Из минусов это, наверное, то, что с ним нужно уметь обращаться, так как в первых моих видео звук был хуже, сейчас лучше, а микрофон один и тот же. Если поэкспериментировать, то можно добиться очень крутого звучания. Теперь про камеру. Почти год я снимал все ролики на вот такую веб-камеру Logitech C922. Стоит она сейчас от 6760 рублей до 19107 рублей. Это, наверное, самая популярная веб-камера среди начинающих и даже опытных стримеров и ютуберов. При хорошем освещении она дает приличную картинку. Но не так давно я приобрел уже настоящую камеру, это фотоаппарат Canon 250D. На него я прямо сейчас и снимаю. К нему прикупил карту видеозахвата Elgato 4K, для того, чтобы можно было его использовать как веб-камеру. Это первая моя настоящая камера, с ней еще нужно экспериментировать, разбираться, чтобы добиться максимального качества. Но возникла проблема в том, что мой старый ноутбук не потянул хорошее качество с этой камеры. А также он постоянно зависал, тормозил, из-за этого было тяжело монтировать, снимать чат-рулетку, а стримы вообще пришлось прервать на полгода. В итоге я решил не экономить на ноутбуке и купил новый, на который я копил очень долго. И это самая крутая моя покупка, ноутбук Lenovo Legion 5 15ACH6H. Основные его характеристики — это 8-ядерный процессор Ryzen 7 5800H, видеокарта RTX 360 на 6 гигабайт, 16 гигабайт оперативки, но можно докупить и поставить в него 32, если есть желание, 512 SSD и очень крутой дисплей 165 Гц. На нем я могу снимать, стримить, монтировать без потери качества и тормозов. А также можно поиграть в современные игры на ультра настройках. Теперь про свет. Почти год я использовал только кольцевую лампу за 2500 рублей. И только недавно приобрел комплект из двух недорогих софтбоксов суммарно за 7000 рублей. Софтбоксы и лампы, не помню точную модель, но вы можете найти их на e-каталоге, вбив туда стоимость товара. Ссылки на e-каталог, а также на все оборудование, про которое я сейчас рассказывал, я оставлю в описании. Thank you.
Стивуль, да? Да, откуда ты знаешь ее? А вот. А вот, здрасте, я шарю. У меня муж шарит в этом. Муж шарит? Да. Да, 1000 - 7. Понял. А тебе сколько лет? Мне 18. Понял. И ты уже замужем? Да. Круто, понял. Давай другую песню сыграю. Давай. Это что это было? Не знаю. Давай только вот то, что мы знаем. Такое, а что вы знаете? Очень популярное. Цоя. Цоя, кукушку, пачку сигарет, перемен. Что вам? Пачка сигарет. Я сижу и смотрю в чужое небо из чужого окна и не вижу ни одной знакомой звезды. Я ходил по всем домам и туда и сюда, а вернуться и не смог разглядеть свой. Вот. Ты крутой. Ну да. Не, ну нормально, развел нас по полной вообще. Да, да. Можете, девчонки, вы классные. Давайте я денег скину. Ну, как хотите. Вот там, там, кстати, вот донат можете, можете скинуть. Мы тебе скинули донатик. Ну, сейчас, еще пока не пришел. А, вы мне на карту, что ли, прям скинули? Да. Спасибо. Я думал, вы на этот, на Donation Alerts, который... Вот. Нет, мы решили сразу на карту. А, вы сразу. Да, понял. Да. Кстати, наверное, впервые, кстати, мне впервые в чат рулетки скидывают донат. По-моему, не было такого. Хотя я в ней сижу уже... уже... год. Чуть больше года. Привет. 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 Что ты там делаешь? Ничего. На да. тебя смотрю. Да. Давай я тебе песенку сыграю. Давай. Давай. Какую тебе песенку сыграть? О, давай на твой вкус. Надо вот так вот ее играть. Вот. Просто мне учитель говорил, надо головой мотылять, когда играешь эту песню. Да, когда играешь, а у меня сейчас не получилось. Надо слушай, вот... но я... Голова должна вот туда-сюда мотыляться, когда играешь эту песню. Вот так вот. Хорошо.
Так, эффект, не согласна. Вот, так было, чуть-чуть было получше. Но можно еще лучше, это вот. Как бы мне учитель, да, говорил, что вот это, как бы говорит, играешь вроде неплохо, но вот, вот это вот ошибка, как бы ошибка. Понимаешь, да? Надо головой вертеть туда-сюда. А в моментах, где акценты, надо немножко вниз. Короче, всю песню вот так вот надо вертеть, а в акцентах вниз. Давай еще раз попробуем. Нравится дым, и черт с ним, он набивает слова кругом голова. Забыла, ладно, припев спою. Я помню белые обои, черная посуда, нас в хрущевке двое. Кто мы, откуда, откуда задвигаем шторы, кофеек, плюшки стынут, объясните теперь на вахтеры, почему я на ней так сдвинут. Вот так. Ну, круто, кстати. А, ну, видно, что ты занималась прям. Как бы, ну, как-то так, немножко... Ты же занималась, ну, правильно? Есть... Конечно, да, я занималась. Да, ну, просто видно, да, что, как бы, ну, не просто, как бы, ну, чисто, как бы, слышно, что... Так, не особо. Давно играешь? Не особо, недавно. Не особо, да? Да. Ну, слушай, прикольно. Вот. Ну, очень круто. Угу. Друган, а ты сможешь такую песню сыграть? Ой, то не вечер, выйду ночью в поле с конем, ночь темной тихо пройдем, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем. Ну, давай, давай попроще. Не, я, кстати, играл и ту, но забыл. Я забыл. Я тебе могу что-нибудь... Нет, это тяжелые песни. Это тяжелые песни. Ну, давай вот это вот. На границе клёча переломлен пополам. Сейчас похожую я, кстати, играл. Из этого... Дай мне крылья, я утоплю.
Молодец, молодец. Песня нет, была сложная раз. Просто, и как бы там... О, так, нет, так нет, пришлось. Молодец, молодец, пришлось. Молодец, молодец. Бро, мне задают вопрос, как относишься к гомикам? Ну, к педагогам. Я отвечаю всегда, я к ним не отношусь. Но у меня есть один любимый... Почему я этот разговор начал? Я тебе я сейчас скажу, покажу тебе своего любимого педика. Сейчас, секунду. I'm second, please. Так, я не доиграл русскую народную. Где мои мамки? А, колокольчик, да, обязательно, да, давай. Все, спасибо. Поставили, все, давай, давай, пока. Давайте.